Привіт! Якось група українських журналістів провела експеримент. Цілу добу сиділа перед телевізором, старанно фіксуючи те, що відбувалося на екрані. За 24 години журналісти нарахували 202 вбивства, 160 бійок, 66 пиятик і 300 інших чорних новин. Серед цього багна, однак, знайшлося місце для 20 шляхетних вчинків, 45 гарних новин і 74 жартів. Але попри це відірвати народ від ящика практично неможливо. Телевізійна залежність стала трохи не головною психологічною проблемою основної частини людства. Отже, сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як не перетворитися на телевізійно залежних зомбі. Ну, хто з нас не чув, що телебачення зомбує людей? Але насправді це не зовсім так. Швидше сказати, що воно нам дає те, чого бракує всім у реальному житті. Приходячи з роботи і вмикаючи телевізор, ми можемо знайти там все, чого не бачимо навколо. Високі почуття і справжнє кохання у фільмах та серіалах. Інформацію про товари і послуги, новини і події в світі, поради на всі випадки життя. Проблема тільки в тому, що отримуючи всю цю інформацію, ми практично не знаходимо часу на її використання, бо не можемо відірватися від телевізора. Сам по себе телевизор, он не хороший, не плох. Сам по себе телевизор – это инструмент. Инструмент никогда не бывает ни в плюс, ни в минус. То есть если мы используем инструмент с чувством, с толком, с расстановкой, значит, мы получаем хороший результат. Если мы его используем безалаберно и просто поглощаем, то в таком варианте зомбоящик превращается в целую катастрофу. Почему? Потому что если мы с утра вместо прогулки или вместо утренней гимнастики поглощаем телевизор, то у нас уже с утра мозги заряжены на ту информацию, которую дает нам телевизор. Люди схильні сприймати все почуте з телевізора як істину в останній її інстанції, бо звикли, що за них все вирішують інші. Є й такі, які не можуть їсти без увімкненого телевізора. Для них він як приправа для будь-якої їжі. Звідси шкідлива звичка – бездумне перемикання каналів. Йому навіть термін вигадали – «заппінг». Американці у 90-х звернули увагу на цю проблему і віднесли її до групи нервових розладів. Хоча нехай би люди і перемикали ті канали, аби бачили там щось світле і добре. Так не бачать же. На екрані рулить драматично-катастрофічно-трилерсько-бойовиково-насильницька тема. В последнее время нам очень часто рассказывают о катастрофах, о стихийных бедствиях, о военных действиях и о всем таком, что, будем говорить, заставляет мурашки бежать у человека по телу. А посему, если вы с утра взбодрились таким коктейльчиком, представьте, вы напитались негативной энергией, негативными чувствами, эмоциями от катастроф, от очередной серии захватчиков или заложников и так далее и тому подобное. Что вы будете притягивать в течение дня? То есть в течение дня вы будете видеть то же насилие, те же убийства, те же катастрофы, и любую информацию, которая будет звучать из уст другого человека, будет у вас восприниматься как информация минус. А чи не краще було б жінці, яка плаче над історією кохання Мані і Вані, звернути більше уваги на свого чоловіка, створити свою лав-сторі не гіршу за телеваріант? А чоловікові замість того, щоб дивитися футбол на дивані, піти на стадіон, ба, можливо, й самому поганяти м'яча. А чим, приміром, гарна книга програє черговому американському кінонесмаку? Хіба тим, мабуть, що нарешті змушує думати. Для того, щоб була як-то ваша життя по-другому простроєна, вийдіть з утра на вулицю. Посмотрите, яка здесь красота в этом парке. Сейчас зелень, буйство красок, дует ветер, поют птицы. Так вот, вместо того, чтобы утром включить телевизор, откройте окошко, вдохните свежий воздух, да, он относительно свежий, выйдите на улицу, подумайте о том, что в этом мире есть как плюс, так и минус, в зависимости от того, чего мы увидим. Не дивитися телевізор зовсім – це, звичайно, занадто. Але все ж таки одного разу, замість того, щоб вмоститися перед екраном, згадай про те, що давно хотіла зробити, і просто зроби. Ось побачиш, час пролетить швидко і не буде витрачений даремно. Сюжет про телезалежність я спочатку хотіла лишити на кінець програми, аби ти, прислухавшись до нього, не вимкнула телевізор. А потім вирішила довести тобі, що телебачення – це не так же й погано. І не обов'язково воно має бути агресивним і нав'язливим. Те, що побачиш далі, тобі, як справжній жінці, я думаю, згодиться. Що кожну з нас турбує сьогодні найбільше? Звичайно, наближення пляжного сезону. Які б не були у нас нагальні проблеми, екзамени, звіти, відповідальні зустрічі, а дивлячись на календар, ми все одно заплющуємо очі і мріємо про літній відпочинок.
І ось щоб безтурботно проводити літній сезон, не озираючись на недоліки фігури і не боючись спалити і пересушити шкіру, потрібно не так вже й багато. Бажання, фінанси, які можна зекономити на зайвих продуктах, і грамотний підхід. За перше і друге відповідаєш ти, а грамотний підхід забезпечить клініка Oxford Medical. Як приємно літнього дня відкрити своє обличчя, шию і декольте променям теплого сонечка і подиху ласкавого вітерця, знаючи, що шкіра засмагає і випромінює молодість і здоров'я. Однак літнє сонце і вітер сушать нашу шкіру, і їй особливо потрібне зволоження і живлення. Тому влітку незамінним помічником косметолога в боротьбі за нашу красу є процедура біоревіталізації. Летом особенно актуальна проблема фотостаріння кожи, яка проявляється избыточной пігментацією, істончением кожного слоя і проявлением мелкої сеточки морщин. Ця проблема актуальна як для зрілої кожи, так же і для молодої. Особенно ця проблема становиться актуальною при двері пляжного сезона, то есть когда мы все подвергаем свою кожу избыточному солнечному излучению. Решать эту проблему можно разными способами. Один из них, который для всех нас привычен, это использование солнцезащитных кремов, увлажняющих кремов, солнцезащитных различных эмульсий, шляпы, зонтики или просто скрываться от солнца. Но, естественно, всем нам хочется провести время на пляже, то есть получить от этого удовольствие и при этом, чтобы наша кожа менее всего пострадала. Эту проблему также можно решать в нашей клинике различными способами. Проблема зволоження існує цілий рік. Зимою мороз, восени вітер. Але влітку присутні одразу кілька факторів, що провокують її дегідратацію. Тому треба обирати процедури глибокого зволоження, які, власне, існують для того, щоб швидко відновити необхідний рівень вологи і помітно покращити стан шкіри. В нашій клініці є сучасний препарат Ювідерм Гідрейт, який может компенсировать потерю кожи влагой. Он содержит чистую гиалуроновую кислоту, которая насыщает кожу влагой, препятствует преждевременной инсоляции, то есть фотостарению. Этот препарат является инновацией в области биоревитализации, так как содержит незаменимый компонент манитол, который способствует более длительному удержанию гиалуроновой кислоты в тканях, соответственно, более длительному увлажнению нашей кожи. Процедуру біоревіталізації препаратом Ювідерм Гідрейт можна проводити і перед тим, як ви збираєтесь ближче до сонця і моря, можна захиститися взагалі перед початком літньої спеки, а можна пройти курс відновлення вже після відпочинку. Курс процедур включає в себе від 3 до 5 процедур з інтервалом где-то около 2 недель. Повторять процедури можна в зависимості від потребності кожи і насущної проблеми кожи раз в 5-6 місяців. Ми поговорили про обличчя, тепер спустимося нижче. Хто сказав, що вузьку талію, сексуальний животик і струнки стегна не можна зробити за кілька тижнів? Не вірте, ця людина безнадійно відстала від життя й досягнень сучасної апаратної косметології. Антицелюлітна програма від технології ELOS – ось прекрасна альтернатива ліпосакції або ж допотопним болісним масажам. Все мы устали от болезненных баночных массажей, медовых массажей, постоянных синяков на теле и болезненных ощущений после них. Поэтому мы предлагаем новейшую технологию в области антицеллюлитной борьбы, которая включает в себя воздействие на проблемные зоны, то есть подкожно-жировой слой, несколькими методиками. Сюда входит вакуум, то есть механическое воздействие на ткань, которое препятствует отеку, избыточному скоплению жидкости в ткани, улучшению микроциркуляторного русла. Также сюда входит инфракрасное излучение, которое прогревает ткань, способствует скорейшему выведению излишне накопившейся жидкости, соответственно, будут уменьшаться объемы проблемной зоны и улучшаться общие формы тела. Радиочастотная волна способствует выработке коллагена и эластина в проблемном участке, что будет улучшать тонус кожи, пластичность кожи и подтягивать апельсиновую корку. Завдяки концентрованому впливу на окремі ділянки тіла відбувається швидке коригування фігури. І не треба багатогодинних виснажливих занять у тренажерній залі. За кілька процедур тіло виглядатиме так, ніби його власник сумлінно відвідував фітнес-центри протягом всього року. А м'язи набудуть прекрасного тонусу і рельєфу саме в тих місцях, де це потрібно. Ефект проведеної процедури замітен уже після першого разу. В течение нескольких сеансів можна буде вже увидеть уменьшение объемов тела, подтягивание кожи, улучшение тургора, эластичности, тонуса кожи, цвета кожи. Также могут укрепляться сосуды за счет воздействия на микроциркуляторное русло.
Попрощатися з целлюлітом і змоделювати фігуру можна, якщо пройти курс з 8, можливо, 10 процедур, дотримуватися дієтичних рекомендацій і намагатися вести здоровий спосіб життя. А за таку слухняність та відданість клініка Oxford Medical готова віддячити. В преддверии пляжного сезона, в преддверии летнего сезона, когда мы все хотим открыть наше тело, клиника Oxford Medical предлагает различные скидки, о которых вы можете узнать на предварительной консультации. Также есть услуга подарочный сертификат различным номиналом, который можно приобрести и, исходя из этого, уже подбирать для себя курс процедур клиники Oxford Medical. Спеціалісти Oxford Medical впевнені, бути завжди у відмінній формі і радіти кожному сонячному дню зовсім не складно. Прийнято вважати, що роблячи макіяж, необхідно виділяти або очі, або губи, і ні в якому разі те інше одночасно. В принципі, це правильно. Але сучасний шоу-біз диктує свої правила. І молоді дівчата, надивившись на поп-див, у яких на обличчя нанесений спеціальний сценічний мейкап, намагаються їх наслідувати. Не маючи професійних навичок, вони виділяють і очі, і губи, і при цьому часто виглядають вульгарно, а то й смішно. Для того, щоб ти не потрапила у таке незавидне положення, ми зараз проведемо майстер-клас із правильного акцентування в макіяжі. Сегодня мы поговорим о правильном расставлении акцентов в макияже по интенсивности. И в этом нам поможет правило из профессионального макияжа, которое так и называется – правило четырех акцентов. В чем же оно заключается? Ну, для того, чтобы перейти к нему, нам нужно определить, какие же четыре основных акцента на лице мы выделяем. Это, конечно же, брови, глаза, скулы – зона нанесения румян и губы. Так вот, первый этап этого правила говорит о том, что если мы хотим сделать макияж средний по насыщенности, то мы можем позволить себе выделить все четыре акцента на лице. Это не будет перебором. И брови, и глаза, и губы, и скулы. Итак, у нас у модели уже сделаны некоторые этапы макияжа. Сама по себе, по природе, выразительна бровь. Мы не будем ее акцентировать, так как она уже выразительна. Выразительны глаза, на них есть тени и есть тушь. И сейчас мы завершающим этапом макияжа мы сделаем еще акцент на скулу, нанесем румяна и акцент на губы. Подчеркиваем скулу с помощью румян и видим, что у нас средняя степень интенсивности всего макияжа. Помним, что макияж, цветовая гамма макияжа должна наноситься в соответствии с природным цветотипом зима, весна, лето или осень, или же с цветовой, в соответствии с цветовой гаммой в одежде. Макияж натуральный, поэтому выделяем все акценты. Выделена бровь, выделены глаза, сейчас уже слегка розовинкой тронуты скулы и очередь макияжа губ. Нанесем контур, натуральный контур, неброский, чтобы все четыре акцента у нас были выдержаны в одной интенсивности. Так, с помощью декоративной косметики мы выразили все четыре акцента на лице. Брови, глаза, скула, румянки и губы. И получили среднюю степень насыщенности дневного макияжа. Это первый этап правила четырех акцентов. Что касается второго этапа. Если же мы хотим макияж более интенсивный, то правило нам говорит о том, что мы можем позволить выделить один, максимум два акцента. Это могут быть глаза и губы. Это может быть бровь и глаза, скулы и губы. Или же вообще акцент на чем-то одном. Если мы обратимся к любому журналу, где профессионально выполнены макияжи, мы увидим, что в журналах макияжи выполнены как раз в соответствии с правилом четырех акцентов. Ну, допустим, данный макияж. Все выполнено в спокойных тонах, но подчеркнуты все четыре акцента – брови, глаза, скула и губы. И совершенно другой макияж по интенсивности, где сделан конкретно акцент на глаза, но сняты акценты с бровей, скул и губ. Они подчеркнуты, но в очень спокойных тонах. Для того, чтобы посмотреть это на практике, опять перейдем
к лицу нашей модели и трансформируем наш макияж, то есть сделаем для сравнения его немного интенсивнее. Добавим более темных тонов на глаза, более темных теней. Выполним что-то похожее на Smoky Eyes. Произошла трансформация, то есть мы усилили макияж, и мы явно видим, что акцентов на лице много. Поэтому нам хотя бы в этом случае нужно снять акцент со скул, то есть румянки сделать менее интенсивными. Сейчас нам в этом поможет немного тонального средства, и дополнительно мы еще припудрим. Под выразительные глаза, под темные глаза будет уместна легкая бледность лица. Что касается макияжа губ, мы их тоже сделаем светлее. Итак, в этом случае мы тоже выдержали правило 4 акцентов. И насколько на фоне бледных губ, насколько ярче, выразительнее и более маняще смотрятся глаза. Подведем итог. Если хочется средней интенсивности макияжа, мы можем выделить все 4 акцента. Если хочется выразительного макияжа, мы акцентируем внимание на каком-то одном акценте, максимум на 2 акцентах. Придерживайтесь этого правила, и по интенсивности ваш макияж всегда будет выглядеть правильно. Многие из вас интересуются модными тенденциями 2011 года. Что могу сказать по этому поводу? В дневном макияже это, конечно же, ухоженность, выразительность и натуральность, и цветовая гамма в соответствии с вашим цветотипом или цветовой гаммой одежды. Что касается вечерних макияжей, здесь лидируют 2 направления. Первый – это, конечно же, макияж Smoky Eyes, дымчатый глаз, который полюбился многим и не сдает свои позиции уже несколько лет. Он будет актуален в 2011 году, я думаю, что и дальше. Второе направление – это же, конечно, ретро-образы, гламурные ретро-образы, где сделан акцент на глаза, густо прокрашенные ресницы, четкая стрелка на глазах и сочные красные глянцевые губы. И в первом и во втором направлении мы можем с вами определить, что выдержано правило 4 акцентов. В первом варианте сделан явный акцент на глаза, все остальные акценты выполнены в спокойных тонах. И во втором варианте мы позволили здесь сделать 2 акцента, это глаза и это губы, ну к тому же очень спокойные румяна. Так что придерживайтесь этого правила, и макияж всегда будет выглядеть правильным по интенсивности нанесения. Будьте красивы и помните, что самый лучший макияж – это красивая, здоровая и ухоженная кожа. А ми з тобою продовжуємо пізнавати себе через вплив планет. І сьогодні на черзі Хірон. Цю маленьку планету астрологи вважають ключем до дороги у тонкий світ. Люди, які часто впадають у крайнощі, напевно, хіроніанці. Ті, хто постійно стоїть перед вибором і вагається між залізобетонними аргументами за і проти, теж, напевне, мають сильний вплив цього небесного тіла. Тож, дізнаємось про нього більше. Хирон относится к невидимым вооруженным глазом небесным телам. Его называют промежуточной, связывающей планетой, так как он находится между Сатурном и Ураном. И если быть точнее, он находится между орбитами этих двух планет, то есть на границе между низшими и высшими планетами, и его период обращения вокруг Солнца составляет 50 лет и 7 месяцев. Хирон был открыт 18 октября 1977 года, и астрономы всего мира очень долго спорили, комета это или астероид, и в 1978 году ему присвоили название, позаимствовав имя у древнегреческого мифологического героя Хирона, кентавра, который был наполовину
человек наполовину конь, и это вполне соответствует двойственной природе этого объекта, потому что очень долго спорили, астероид это или комета. Херон, несмотря на свои маленькие размеры, его диаметр составляет 166 километров, это приблизительно в 22 раза меньше, чем диаметр Луны, но он оказывает достаточно сильное влияние на судьбу и жизнь человека, ставя его в неординарные условия. Астрологами было установлено, что это планета двойственности, а знак и дом гороскопа, в который она попадает, показывает, в какой сфере жизни у человека будет проявляться эта двойственность. Херон помогает нам адаптироваться к разным жизненным условиям и ситуациям. Можно сказать, что Херон очень схож с литературным персонажем Фигаро, так как дает человеку одновременно находиться в разных местах и одновременно заниматься разными делами и быть единым в двух лицах. Поэтому человек с сильно выраженным Хероном в гороскопе – настоящий актер сцены и жизни. И в любых экстремальных и безысходных ситуациях этот человек быстро находит ключи и верное решение любой проблемы и умело выпутывается из почти любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Херон также способствует расширению границ восприятия, дает человеку сильный намек на существование законов кармы и дает умение видеть свои прошлые ошибки и заблуждения, а также дает возможность предвидеть события будущего. И эта планета заставляет человека осмыслить то, что он не может ни пощупать, ни ощутить, ни увидеть собственными глазами. И более того, она заставляет поверить в это. До речі, щодо мук вибору, якими нагородив нас Хірон. Як говорила неповторна Коко Шанель, жінки, як правило, набагато ретельніше вибирають для себе нічну сорочку, ніж чоловіка. З цим важко не погодитись, бо і правда, іноді сорочки набагато миліші. Але сподіваюся, що в тебе не так. І хотіла вже попрощатися, але згадала, що готуючись до літа, ми зовсім забули поговорити про епіляцію. Не поспішай перемикати канал, і ти дізнаєшся, яку тобі пропонує салон «Клеопатра».